Зеленый фургон на шасси КАМАЗ не мусоровоз, а сложная коммунальная машина. Благодаря ей региональный оператор по вывозу твердых отходов «Хартия» выполняет санитарную обработку баков, предназначенных для сбора бытового органического мусора. Весь процесс от загрузки до выгрузки автоматизирован. На всю площадку минут 10-15 уходит, в зависимости от загрязнения баков. Если сильно грязные, моем подольше. Вода здесь как подогревается, специально раствор разводится, и этим раствором вымывается грязь. Мытье ведется под высоким давлением дезинфицирующим щелочным раствором ДЕЗА, безвредным для окружающей среды и животных. На сегодняшний день у нас запланировано порядка 16 контейнерных площадок обработать, да, помыть. Это порядка где-то 70 контейнеров. Работает машина у нас в ежедневном режиме. В городском округе Щелково мы уже 2 дня помыли, это 12 июня и 15. И сегодня вот у нас 3-й день. В смену автомойка совершает 2 рейса с перерывом на дозаправку топливом и раствором. Задача на сегодня – обработать контейнеры серого цвета по улицам Рабочая, Ленина, Бахчеванжи-Чкаловская. Как отметили в Хартии, к концу дня в городском округе всего будут вымыты 250 баков из 845. Стараемся хотя бы раз в 20 дней мы помыть каждый контейнер. Если контейнерная площадка существует, мы ее по-любому обработаем. Да? То есть мы предоставляем графики как органам местного самоуправления. Специально, значит, планируем. Действительно, можно высказать пожелание где-то более оперативно помыть. Особенно в теплое время в баках, на дне и на стенках скапливаются болезнетворные бактерии. Вот после таких промывок, которые должны проводиться регулярно, таких бактерий становится меньше. Автоматизированные промывки подлежат только пластиковые баки. На них рассчитано подъемное устройство автомойки. Металлические контейнеры обрабатываются отдельно и в конце концов будут заменены на те же пластиковые. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.